в известной фразе русском мерцев «С нами Бог» не хватает логической концовки. «С нами Бог» проводит страшный эксперимент. Ты подсак, и он подсак. Как сказано у Абрама нашего Хаяма, Россия извелась, пока давала грядущим поколениям людей урок монументального провала искусственно навязанных идей. Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать. Действительно много в современной России искусственного навязанного, но есть и абсолютно природное, естественное, имманентное свойство. Это злоба, ненависть, агрессия. Как я услышал из уст своего одного московского знакомого еще в 90-х, любим мы в России друг друга ненавидеть. Десятилетиями эту ненависть пытались канализировать во внешнюю среду. На злобных англосаксов, жидомасонов и прочих украфашистов-бендеровцев. Но сегодня есть все признаки того, что эта ненависть разрывает уже этот котел изнутри. Что объявленная мобилизация сорвала стоп-кран, поезд с визгом затормозил в чистом поле, и пассажиры наконец-то начнут разбегаться по сторонам.